Всем привет! Сегодня у нас будет роллинг на английском сервере. Будем ролить моему подписчику недостающих героев, также открывать плюшки. Тут есть у них две акции. Сначала мы, конечно, как обычно, прорекламим гильдию, гильдия Ukraine, которую я уже вроде не первый раз ролю, находится на английском сервере. Босс 14.30 и 15.00. Я так понял, что по серверному времени, либо по нашему, не знаю, что означает, честно говоря, PST. Думаю, кто играет, разберутся. Обязательное прохождение битвы и гильдии. Контакт Viber 063-250-7956. Украинский номер. Так, ну что, давайте посмотрим, что нам тут надо выбить. Чего нам не хватает. Так, стрелок не вижу, Бигфут не вижу, Ронин тоже нет, Повелитель Бури, Фрея зато есть. Так, Седна тоже не вижу. Да, короче, много героев надо. Аккаунт бездонатный, то есть доната на нем нет. Сейчас посмотрим, что здесь. Куча разных плюшек. Карта. Скин на Минотавра, которого нет. 10 осколков есть. Неплохо. Так. Анубис есть, повторочки. В общем, надо много-много героев повыбивать. Конечно, тут акция на английском. Я смотрю, смотрите. Три самых топовых коробки уже по 20 дают. Восьмых талантов рун. 120 питомцев железную волю пихает. Короче, тут просто жесть творится на этом сервере. Для доната просто рай. Если вы хотите быстро прокачаться и потерять интерес к игре. Так, ну что пройдено вообще? А Джей не прошел еще. Прям как я на китайке. Так, лабиринт он не бегает. А подземках что? Подземки начал седьмой фармить. В принципе, неплохо. Без Минотавра, конечно, будет сложновато, но у него все герои нормальной прокачки. Только там надо тыковку подкачать. Так, архидемон, понятно. Ну что, поехали. Места у нас хватает. Посмотрим сейчас, какой на английском серваке. Так, понятно все с вами, понятно. Тактика 150, шаман. Купидон, очень недостающий. Гарпия, друид уже получше. Дракос. Но это не то все, что нам надо. Валентина. Это все у него есть. Рандомчик, давай. Пампкин Дюк. Ебаный в рот. Где легенды? Че это такое? Вам гости с русского сервера пришли, вы так нас встречаете, ну. Гаргул. Варжей у него, по-моему, есть там топовая прокачка Варжея. Да. Ну. Ну, давай, блядь. Чтобы я не матерился много рандом. Надо что-то интересное выбить. Блять, Дракос, да вы издеваетесь, что ли? Бог Рома, просто сердцеедка. Да что это за герои? Еще одна сердцеедка. Да вы издеваетесь, что ли? Жесть какая-то. Блять. Сука. Вот это, конечно, сыпь.
Есть. Седна есть. Это очень хорошо. Очень хорошо. Седна, Седна, Седна. Это даже очень круто. Охрененнейший герой. И ему она как раз таки... Как раз таки она ему нужна будет. Есть. Седна у нас готова. Ее у нас в акции сегодня нету, к сожалению. Так, забираем карточку смены. Блин, Анубиса бы достать, конечно. Повелителя бури было бы неплохо. Ну, поехали дальше. Вы обязательно поддержите парня лайком под видео. Атлантикор, сучка. Кому ты нужен? Чемпион. Ну, как-то не знаю, говорили, что на английском серваке прям сыпет, ну, сыпет, ну, сыпет магазинных героев. Варлок. Ну, давай. Блять, еще одна седна за 150. Ну, две седны выбили. Ну, это, в принципе, и хорошо. Сэкономили кгшки ему. Что у него там по ресурсам творится? Ну, у него кгшек хватает. Блин, обидно, конечно. Ему надо ронин. Вот ему надо ронин для битвы гильдии. И он... Его даже в акциях тут нету, да? Просто нет. Афины... Афину было бы неплохо словить. А выпало две седны. Эх. Так, 20к осталось. Еще один варлок. Ведьма. Да, блядь. Должен каждый второй быть клик. Легенда, смотрите, что делается. Просто тупо слизняки падают. Суккуб. Дракосов нападала. Бля, ну просто жесть. Просто сыпят магазинные герои. Сучка. 11к. Мачтеса у него и хватает. Еще один хранитель. Блин, ну герои падают классные. Ну магазин их столько. Где редкие все герои? Топовые. Не знаю, смотрите как. Рино. Рино у него есть. Но тоже классные герои. Это жесть просто. Ведьма. Сердцеедка. Да. Вот почему хорошо, что я не начал играть на английском сервере. Одни расстройства. Ну, ребят, вот такой вот роллинг, в принципе, две седны выбили, но, блин, печально, печально это все. Судя по тому, как тут падает все, это все очень печально. Так, идем дальше смотреть. Ну, забираем 10 камней. Получили дракона, в принципе, тоже неплохо. Дракона у него нет. Ну, дракона у него нет. Вот получили хотя бы донатного одного героя. В принципе, седна дракон. Неплохо. Давайте их подкрываем сразу. Ну, блин, хотелось что-то такого эпичного. А у него, блин, тут... Так, открываем, окей. Вторую я пока открывать не буду. Он уже сам посмотрит и решит, кому там ее открывать, когда и куда. Так, вот такая вот она. Давайте смена. Может, на сменах что-то повезет на 5. Так, 1, 8, 1. Троечка. Троечка. Печально тоже все. Так, и дракона откроем. Ну, хоть дракона словили. В принципе, хоть. Когда-то был вообще имбический герой. Так, есть.
побежали смотреть дальше акции, а ну-ка, что у них аккумуляции тут. Да. 50 книг, это хорошо. Так, хорошо, бог войны. Ну, такая себе, не очень как-то. Так, базар. А тут у них... Это деревья. Плантации. А тут еще... Блин, столько акций, конечно, как на английском сервере, я не знаю. Так, это все понятно. Гифты. Питомцы, Pet Power Pack. Неплохо. Так, давайте поищем акцию. Затрату. Так, Castle Clash. Гифты. Блин, сколько тут всего. Facebook. Так. Так, это за покупку. Это тоже за покупку. Это, по-моему, акция затрату. Сейчас посмотрим, какие на английском сервере на трату акции. Что дают. Ну, а китайки мне пока больше всего нравятся. Блин, обидно, конечно. Хотя две седные, седна для битвы гильдии ему тоже будет очень помогать. Дракон, конечно, нахрен не нужен, но... Что есть, то есть. Уже ничего не изменить. Хотелось бы, конечно, Ронина вытащить. Так... Давай дальше. Ну давай, открывайся. Ну так же, как и у нас легендарная карта героя. Ну, следующий приз 25 у нас, по-моему, 38, если не ошибаюсь. Давай, расти, дорогой. Питомцы. Аккаунт, в принципе, интересный, но, блин, столько магазинных выпало, это просто жесть. Я даже не знаю. Такое ощущение, что в дни, когда акция на трату сама, просто нефиг ролить. Или надо очень крутое везение. Даже не везение, а куча бабла. Так, есть. Это у нас за плюшка. 6 рун таланта. Ну, такое себе. Так, это не оно. Вроде правильно, все акции пересмотрели. Эту смотрели. Плантация, мы здесь были.
Вот у них 20 этих. И вы получаете, ну, призы какие. Тоже, опять же, дракон есть. Но куча героев по сравнению с нашим. Да, вот так вот забираем. Что тут вот получили? 6 карт смена, 10 рун. Карточка. Ну, мне кажется, получше, чем даже у нас. Давайте попробуем. 6 карт есть. Может, пятерка выпадет. К сожалению, нет. Знаю, это английский сервер. Я, честно говоря, этот сервак не особо люблю. Я уже не раз это говорил. Не знаю, что-то не нравится мне и все. В принципе, все. Подписывайтесь на канал, вступайте в гильдию Ukraine на английском серваке. 50-е по рейтингу, насколько я понял, 75-75, гильдия активная. Босс 14:30-15:00, Viber видите, кидайте заявочки, а там дальше будет видно. Вот так вот, ребят, такой вот у нас был роллинг. Потратили много, выбили, не знаю. Надеюсь, он будет рад. Седна тоже, в принципе, довольно-таки хороший герой. Плюс у него есть Фрея с богом войны. Для нее будет просто... Все, всем пока.